отмечали праздник 8 марта и выпили. Днем было тепло, а ночью был заморозок. И обморозили ноги и руки. Особенно большое было скопление бездомных, вот вокзал, вот эти переходы, возле метро, станции, ну, с появлением соцпатруля, вот очень сильно уменьшилось, допустим, вот это бездомных, потому что мы уже начали их сами изначально как бы лечить, перевозить и людей отправлять домой, то есть, и, ну, и убирать потихоньку людей с улиц города Москвы. Баня плохого никогда не бывает. Или не Колумская? Здесь палатка была. Кормили людей бездомных. А что произошло? Чемпионат мира произошел, да? И убрали ее сразу. С одной стороны, правильно сделали. Вы представляете, вот девчат работает, да? Окна открывает, и такой срач. Правильно, нормально, правильно, девчат. Выбиралось место для данного центра в связи с транспортной структурой, чтобы было комфортно и более доступно сюда добраться. То есть у нас рядом находится станция Перерва, да, которая находится в 200 метрах, также находится недалеко от метро и вдали от жилого сектора. То есть чтобы не дискомфорт именно жителям районов города Москвы, то есть было.